добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Как хорошо, как все кругом замечательно. Что же это такое? Что же это? Что же это происходит? Это немыслимо! Так, это я все сделала. А я уже вырезала два круга, три треугольника, прямоугольник и четыре квадрата. Ой, ну и погода сегодня. Так и тянет гулять. Ой, четыре круга. Да нет же, профессор Циферкин сказал, четыре квадрата, а кругов два. Да какая разница? Мне что круг, что квадрат. Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Не все ли равно? Ой, пустяки все это. Вот так горе. Вот беда. Ой. Ну и ну. Вот это да. Кто это? Что это? Вот незадача, вот невезенье. Здравствуйте, дорогой профессор. А что за незадача, а? Какое невезенье? Здравствуйте, друзья мои. Ах, беда, беда. В стране геометрии перепутались все фигуры. Ой. Ну и что? Как это ну и что? Из-за этого в стране геометрии рассыпались все домики. Испортились улицы. Ведь все там состоит из геометрических фигур. Геометрия в опасности и нуждается в срочной помощи. В опасности? Нуждается в помощи? Да чего же мы стоим, а? Да, друзья мои, медлить нельзя. Я знал, что вы мне поможете. Идемте, я все объясню вам по дороге. Пойдемте, пойдемте. В геометрии беда, помощь срочная нужна. Кто, не ведая стыда, перепутал круг с квадратом, нерадивый ученик заниматься не желает. Он трудиться не привык, круг квадратом называет. Ох, беда, беда. Ой. Ой, неужели из-за этого может случиться такой переполох? Вполне. Ну и ну, вот это да. Ну и натворил я дело, а? Да тут целый ураган прошел, землетрясение. Это я все натворил, профессор. Это я тот нерадивый ученик, которому все равно, что квадрат, что круг. Простите меня. Простите его, профессор. Мы сейчас мигом наведем здесь порядок. Мигом, мигом. Спасибо вам, друзья мои. Самое главное — разобрать и распутать все фигуры. Начнем с кругов. Они самые простые. Конечно, простые. Круги, они самые круглые, вот. Да, большие. Ага. Вот еще оранжевый кружочек. Большой, из них клумбы получаются. Все, больше нет. Действительно, с кругами все. А теперь треугольники. Но тут главное не ошибиться. Да что вы, профессор, мы с треугольниками хорошо знакомы. У них три угла. Во. Раз, два, три. Да-да-да, и три стороны. Да. Вот, пожалуйста, профессор, возьмите. Вот, раз, два, три. Три угла, три стороны. Это треугольники. Дети помнить их должны. Малыши и школьники. Раз, два, три, раз, два, три. Треугольники нужны. Ты на них, раз, два, три. Хорошенько посмотри. А я знаю, зачем нужны треугольники. Из них получатся крыши для домиков. И елочки. Правильно, друзья мои. Так, треугольники мы собрали, а теперь прямоугольники и квадраты. Ой, ой,
Они пригодятся. Так, они пригодятся для домиков и для окошек. А углов в них 4. Вот, пожалуйста. И все прямые. Ага. Совершенно верно. Только у квадрата все стороны равны, а у прямоугольника равны только противоположные. Смотрите, квадрат весь ровненький, а прямоугольник вытянутый, длинненький. Совершенно верно, Зубок. Вот. Это сюда, а это сюда. Ой. Да. Ура! Получилось, а? И снова красота! И гармония! Никогда не думал, что из-за лени может такое приключиться. Может. Из-за этих недостатков, лени и небрежности в мире происходят многие несчастья. А мы... Никогда больше не будем лениться. Никогда! Обещаем! Верю, верю вам, друзья мои. Но теперь нам пора прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам доброго. И не ленитесь. Станешь лениться, будешь с умой волочиться.